Сейчас на ваших экранах настоящий рукопашный бой спецназа. Похоже на каскад трюков. Но посмотрите в замедленной съемке. Это ведь физика, которую мы так торопились забыть после школы. А значит, хорошее образование и годами тренируемый мозг для спецназа куда важнее пудовых кулаков. Вот хотя бы самое простое, но придумать такое разве доступно зомбированному головорезу? Бросил его. Куда ни один раз. Система обыска. Руки у меня свободны? Свободны. Беру автомат. Вы спецназов? Этого мало кто знает. Так он никуда не денется. Ногу. Веду. Согласны? Им прикрывают. Это занятие нам разрешили снять только потому, что одновременно его демонстрировали инструкторам американского спецназа. Ну и показывали поэтому не все, лишь азы. Но и эти азы шокируют. Я потихоньку сейчас начну. Я боюсь ему просто сейчас нарушить здоровье, больше ничего. Шаги делаю. Завернем. Грим. Да. Значит, учимся самому простому, снимать удар. Нету такого слова «бесконтактный», правильно? Его придумали дебилы корреспонденты. Контакт с другим уровнем. Идет, идет, пока право простое, не бесил. Вас научили, и меня сейчас зайдет. Расстоять. Вот идет удар. Пока вы делаете. Научитесь делать профессиональный удар. То есть не делайте вот таких ударов, а встречайтесь от таких ударов. Это не удары. На этих ударах, этих ударов нет в бою, это на них нарабатывается, когда из системы некоторых подачников. Учеников делают вот эту ахинею. Это без другой полезно. Просто будут бить новые. Один реально на мне нарабатывает, он нарабатывает на мне удар, ставит этот удар. А я должен этот удар снимать, хотите же, вот он идет, раз, ну прямо. Не надо. Удачи. Видишь, он идет. Раз, и он не теряет равновесие. Почему? Напал. Как это программа? В мозгу есть программа физического процесса. Она выдает на мышцы через рецептор химическим процессом электрическими сигналами. Поднять руки. Для того, чтобы знать. Мысль действует. Да, поднять вас рука. Дальше эта рука пошла, начинает по маршруту пить. Правильно? Вот смотрите, идет туда. Вот он пришел, я стал. У этой программы есть обратная рецепт. Как только он коснулся, тактильные ощущения прошли. Я выполнил свою задачу через тактильные ощущения, потому что в этой программе есть связь с материалом, когда доказано это по медицине. Движение руки прошло так, прошло так, прошло так. Всегда есть обратная связь. Прошло такое участок, прошло такое, прошло. Это все идет в мозг, это вы должны знать. Теперь, блядь, как эту программу сломать? Работать. Чуть поживи с собой. Смотри, я ему дал вот это ощущение, вот здесь. А, она сказала, я уже совсем не буду. Видите, ничего. И она свалила. Это первое, как вы должны научиться снимать удар. Самое простое. Еще раз, объясняю.